Казахстанские бизнесмены жалуются на притеснение со стороны государственных и правоохранительных органов. В Алматы участились случаи судебных разбирательств, ответчиками в которых выступают успешные предприниматели. Владимир Российский уверен, на его отца началась настоящая охота. Больше 2 лет назад на успешного бизнесмена завели уголовное дело. Причина, по словам Владимира, ссора с соседкой. Итог – обвинение в нанесении телесных повреждений. Доказать свою невиновность оказалось делом непростым. Владимир уверяет, что следствие ведется с нарушением всех процессуальных норм. Оказывается, в наше время совершенно любого человека можно по полной программе загрузить судами, вымогая при этом деньги, если у тебя есть хотя бы какие-нибудь свои связи в органах. Один из следователей нам передал, что, дескать, их сторона хочет 60 тысяч долларов, чтобы это все утихомирить. Мы, когда не согласились на эти условия, пошли просто чудеса. Судебный процесс в самом разгаре. При этом дело тянется уже 2-й год. По словам родственников предпринимателя, явные факты и доказательства не берут во внимание. Встречное заявление, по словам сына, просто осталось незамеченным. Я обратил внимание на нарушение необходимости проведения дознания в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Истцы от комментариев на камеру отказались. У семьи Российских магазин в центре города и несколько квартир. Именно в этом месте они торгуют медом, чаем и ювелирными украшениями. Тем временем специалисты констатируют, что в судах все чаще ответчиками выступают успешные бизнесмены. Обращение на управление внутренних дел Алмалинского района, там тоже в рабочем порядке все отрабатывали. Если такие факты имеются, предприниматель не знает, уже все инстанции обошел, ему не помогает, то предприниматель может и обращение, жалобу направить к нам. Только с начала года палата предпринимателей получила около 150 обращений. Бизнесмены жалуются в том числе и на притеснение со стороны государственных и правоохранительных органов. И лишь 10% дошедших до суда дел решается в пользу предпринимателей. Аскар Медыбаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал.